В день открытия горнолыжного центра «Спасская губа» многие посетители штурмовали горы еще на подступах. Вчера произошел форс-мажорная ситуация, сломался трактор. О том, как на самом деле прошло открытие в Спасской, кто участвовал в нем и сходятся ли в своих ожиданиях власти и организаторы центра. Деваться некуда, с подводной лодки не уйдешь никуда. Смотрите на телеканале ТНТ «Онега» программу «Город за спиной» в четверг, 14 февраля в 19:30.